Если вы обучаетесь в компьютерной академии ШАГ по направлению разработка программного обеспечения, вы можете работать в совершенно разных отраслях программирования. Вы можете заниматься веб-разработкой и быть фронтенд-девелопером или бэкенд-девелопером. Для того, чтобы быть фронтенд-девелопером, вы изучите у нас такие технологии и такие языки, как HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AngularJS, React.js. Для того, чтобы быть бэкэнд-разработчиком, вы изучите у нас теорию баз данных, вы изучите у нас SUBD SQL Server, MySQL и Oracle. Вы изучите такие технологии, как PHP, Java, ASP.NET. С помощью них вы сможете стать успешным бэкэнд-разработчиком. Для того, чтобы стать Windows-разработчиком, вы изучите у нас C-Sharp, вы изучите Windows Forms, вы изучите WPF, вы сможете обрабатывать данные с помощью SQL и хранить свои данные в той SUBD, в которой вам необходимо. Вы сможете выбирать между SUBD, MS SQL Server, Oracle, MySQL. О них мы будем говорить в наших курсах. Если вы захотите создавать сетевые приложения, курс сетевого программирования поможет вам. Если вы хотите взаимодействовать с операционной системой, наш курс системного программирования расскажет вам, как создавать многопоточные приложения. Если вы просто хотите быть разработчиком баз данных или администратором баз данных, наши курсы посвящены теории баз данных, MS SQL Server, Oracle, MySQL помогут вам в этом. Если вы хотите стать разработчиком мобильных приложений под Android, для вас наши курсы Java и разработка мобильных приложений под Android. Если вы хотите стать разработчиком игр, для вас наш курс C-Sharp и курс разработки игр с использованием технологии Unity. Все это находится в нашем обучении, в нашем профессиональном компьютерном образовании по направлению разработка программного обеспечения. Кроме того, вы получите доступ к возможности создавать проекты в команде. Мы расскажем вам о том, что такое разработка в команде, что такое методология разработки в команде, какие бывают методологии работы в проекте. Мы расскажем вам, что значат такие термины, как Scrum, Agile, Sprint, кто такой Team Leader, кто такой Project Manager. Мы поработаем в команде, мы изучим паттерны проектирования, мы изучим UML. Мы поговорим с вами о том, почему важно работать в команде, нужно работать в команде и какие правила работы в команде. Для того, чтобы у вас было большое количество возможностей, для того, чтобы вы выбирали, куда пойти, для того, чтобы у вас было не одно предложение о работе, а 10, мы изучаем весь этот большой спектр технологий. Для того, чтобы у вас всегда была альтернатива, для того, чтобы вы могли говорить о повышении зарплаты и могли уходить с надоевшей технологии одной на другую новую технологию. Именно поэтому мы учим вас 2,5 года. Мы даем вам гигантский аппарат, который построит ваше крутое будущее.